Всем привет, друзья! В гостях у Белочки, вот Белочка. Ромашечка. И Ромашки. Итак, Ромашка сейчас будет пробовать маститься, лечь, потому что корыто, вот то, что она сейчас в нем недавно положили, снимали его на Ивана Купала, а теперь вот опять я решил принести-то, оно скучило как. Радости, Белочка, а ну, зубки покажи, улыбнись. Хорошенькая Белочка, хорошенькая. Как только съемка, так их и зовут. Белочка, Ромашечка, ребята, что вы молчите, не молчите. Хорошенькая. Хорошенькая Белочка. Ромашка, ждушь, ляжет или не ляжет, чтобы посмотрели, как будет отдыхать, лягать, ложиться. Довольная какая. Довольная. Крутится, мутится. Ложись, ложись, Ромашка, отдыхай уже. Улыбается, молодец, молодец, Белочка. Ромашка тоже молодец, умница. Умница, дочка. Ну, что-то она, ребята, не хочет ложиться. Корыто. Не пойму почему. Умница, умница. Хорошенькая. Дима, ты тебе зацо хорошенькая там. А вот сейчас орлик. Кстати, продается орлик в связи с техническими трудностями. Со всем комплектом. Так что, ребята, если что, спрашивайте. Орлик, орлик, ко мне. Немного еще подрос. Уже взрослый. Повзрослел. Ты очень рано. Казино и рестораны. Но-но-но. Хорошенький орлик, хорошенький. Играться любит и все. Хорошенький орлик, хорошенький. Не кусайся только. Ну, умница, умница. Или как на тебе? Вот. Это. Не любит, ужас. Хороший будет конь, как вырастет. Уже практически вырос. Орел степной. Так что всем спасибо за внимание. Орлик любит, когда его гладят. Хорошенький коник, коник. Хорошенький. Всем спасибо за внимание. Понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, орлик, и до новых встреч.